давайте посмотрим. Я пока струн крою. Надеюсь, никакой политической херни какой-нибудь не будет, а то сейчас любят эту хрень разводить, так сказать. Западные артисты. Блин, это ж Motorhead. The Edge of Space. Это, ну, мне кажется, это реально Motorhead навеян. Ну, насколько я знаю, тот же, по-моему, Hetfield, он же это фанат Леми Motorhead. Ну, короче, что-то такое вроде есть. Так, ну здесь стандартный строй, поэтому я возьму мужика, мужика-мена. Нравится эта песня, после всего, что было на стримах, так сказать, играть ноту них клинку. Вот здесь можно подобрать. Что-то тут. Ладно,
меня аж гитара уже глючит, чувак. Ладно, я бы просто вот эту точно так не налажаю. Когда он закончится, я не главное попасть в последнюю ноту, так сказать. Тогда, можно сказать, все сыграно удачно. Ну, в общем, это, наверное, будет первый кавер на эту композицию на YouTube. Надо завершать стрим, вырезать этот кусок и отдельно заливать. Вот. Мне кажется, это будет хайпово.